тут некоторые доски просто сверху набросаны, да? Да. Отлично. Я на себе камеру здесь включаю сам. Короткое видео. Река называется, не помню как. Лёша решил утопиться. Поток воды завораживающий. Скалы скользкие. Красота. Шило в жопе у туриста. Был экскурсовод, туристы пропали. Говорю, шило в жопе у туриста. Был экскурсовод, а туристы пропали. Смотри, камушек какой. О, неровный. Давайте поснимаем друг друга. Как эта река называется, он сказал? Гигга. Под скалой стоять, простите. Под скалой стоять, я пойду отсюда. А? Куда? Да, сверху хочешь пройтись.
Ну давай, а я поснимаю, как ты лезешь. Удовольствие невелико, а сил много. Рухнуться. Да, ой, вертикально как-то. По камушкам лучше прыгать. Правильно, выбрасываем все. За чужими не портим красоты. Так интересно. Здесь вода на одном уровне, там на другом так аккуратненько перетекает. Прям маленькая речушка. Леша, молодец. А выход там был разве? Ну ладно. Вот тут мусор стоит. А ты там нашел мусорку? Слушай, а на камере совсем не так рельефно выглядит, как на самом деле. А, мы там были, вот там. О, как сложно обходить. Куда там решил залезть? На эту скалу хотел залезть? Нет, а ну, мы там поднимались. Мы смотрели на эту лошадку и на эту. А здесь, смотри, здесь на другую сторону. Опа. Переправа. Переправа, на самом деле. Там надо как-то уметь разогнаться так, чтобы не зависнуть на середине реки. Ну, нас там тоже разгоняли. Это ты полетел сразу, а меня подтолкнули, когда на этой штуке катались. О, я впервые за сколько лет куда-то выехала? Что? Куда? Я говорю, впервые за сколько лет я выехала куда-либо-нибудь. Ну, сейчас пойдем в этот туннельчик нариться. Да, присел. И поехали. Раз, два, три. Лёша, пока! Там встретить. Да.
мокрое, там мокрые. Вот почему он сказал, что здесь скользко. Экскурсовод обещал уловить нас, если мы начнем падать. Конечно, если он успеет добежать. Добрались. Не смей никуда лезть. А, они тоже все полезли. Что там нашел? Какой? Туристы помахали нам, мы помахали туристам, потому что мы все туристы. О, смотри, там кто-то что-то написал, сердечки рисуют. Ну, разные, да, надписи. Кто здесь был? Кто здесь был? Кто смог понять, как это минерал там нашел? Уже убрал, да? Это что это? Вода высохшая. Не мумиё же? Ну ладно, ладно. Шутки за 90. Да. Аккуратно проходим. Где? А там не получится спуститься, там скользко из-за воды, да? Да, там не надо. Там до кустов есть. Ну если что, хватаюсь за кусты. Так. Пережидать непогоду, да, хорошо. Вот тут можно посидеть. О, сидеть. Без а мокрого. Тут кто-то картина. Нет, тут не картина наляпал краску. Да. Ну, мы себе так внушили, все хорошо теперь. А там что? Блин, и мне не нравится этот песок совсем. Я лучше по камням. Вот там тропа, да? Нет. Давай попробуем. У нас время же есть. А? За нами гонятся туристы. За нами гонятся туристы? Да. Ой, смотри, тут просвет какой-то.
Вот там. Смотри, вот как. Это красиво. Вот, смотри. Там где-то просвечивает, а с этой стороны не видно. Видно. А, видно вон там. Нет, а просвет-то вот здесь сквозной есть, не вижу. Может быть, но я туда не полезу. Нет, я туда тоже не полезу. Ой! А мне точно туда надо? Лёш, нам точно туда надо, да? Я говорю, спускаться буду на жопе. Надо ли туда лезть? Ну, иди сюда, не знаю. Так. Вроде кажется, что там что-то есть интересное. А там, да, ну к скале выйти можно. Ну что, ну будет вид. Вид? Хочешь вид? Ну, а видим? Может и не будет вид. Ну здесь вроде нормально спускаться, вот тут только не очень удобно. Здесь на жопе будет скатываться, если что. А тут дерево есть, которое можно схватить и выдрать с корнем. И упасть вместе с ним. Ой. Я постоянно смотрела видео с людьми, которые так делают, и спрашивала, куда их несет. Ух ты. А вот эта расщелина. А вот эта расщелина. Видел? Да. Видал? Отличное место. Да. А выше там уже ничего не идет, да? Выше идет тропа. Ну идет, ну вот там видно, вероятно. А может и нет. Ха. Здесь ну попробуем или нет? Я ее выключу просто телефон. А тут и не видно, что она вот такая вертикальная. Как обидно-то. И туристы ушли. А вон турист сидит. Вот так. Точка. Такая зелененькая, это турист. Ой, мне этого хватило, я больше не полезу. Вот да, здесь сейчас вот песок мне это вообще не нравится никак, вообще никак. А, там хуже. Слушай, там плохо просматривается, куда стоять. Вот тут? Ну, сейчас придумаю что-нибудь, если что. Ох, ничего не скажу. А у нас тут это, песок плюс вода. Я знаю, что я всю ночь буду теперь мыть эти ботинки, чтобы в Москву ехать не в таких ботинках. Через лес пешком прошу. Через лес? Конечно, там этот бесконечное количество джипов, конечно, распугало все. Конечно. Так что... Ну как ты хочешь, можем пройтись немножко. У нас вообще как Рица сейчас дальше по плану. Да, Рица. При спуске, кстати, не учла то, что если ты вверх поднимаешься, как бы камень недвижен, ты спускаешься вниз, и ты своим весом его дальше по склону толкаешь. Да. А это... Каруселька. Оружие. А? Вероятно, лавину перетаскивают. Может быть. Вот там еще отчаянные люди. Но там, по-моему, какая-то специальная как раз тропа есть. Но выглядит страшно. Нет. Если я поднимусь, кто будет меня спускать? Потому что там-то открыто, ты видишь то, что перед тобой обрыв, а там хотя бы ты знаешь, что ты пока будешь катиться вниз, то кучу деревьев соберешь по пути.
Вот мы туда залезали. Вот получается, вот там, вот туда. Вот получается этот грот, потом чуть повыше. Ну, примерно на высоту водопада. Ой-ой-ой. Можно я на камушке посижу? Вот такие вот с того поворота дороги. Угу. Грибочки. Я думаю, что до сюда Алиэкспресс добрался. О, это классное растение. Ты тут возле каждого растения остановился и сказал, что оно классное. Не, ну это то, и то растение знаю, это правда. Там скала, что ли? Не понимаю. Вот так. Так начинался какой-то ужастик. Вот так, да, вглядываться туда. Так, рука туда. И рука туда. И уже тогда включается видео оттуда, из норы. Это глупая рука. Ну, здесь такие места хорошие, чтобы ныкаться. Что такое? Опять? Спасибо, что не запрещаешь наступать на листики.
так. А если я поставлю горизонтально, то оно будет так. Для того, чтобы вы оценили угол подъема. Он вот такой. Заросли елочек. Скользко. Вот твое загадочное растение. Мы поднялись. Какой-то что это непонятно, ладно. Господи. О. Первое свидетельство наличия кого-то живого. Ты не видишь? Отрыто. Чтобы норка. И здесь смотри. Грибочек. Их много. Не загребай ногами листья.
делаешь? Хватит отдирать от дерева кусок дерева. Шлодер, флородер. Корова. Корова тут даже по лесу гуляет. Я думал, что нам назад, да, двигаться. Тут даже тропы и нет. Ты на камеру мне об этом не говори.